Майские указы президента России в Чувашии последовательно выполняются. По итогам 2016 года целевые показатели по заработной плате медицинских работников и педагогов Чувашии соответствуют предусмотренным нормам. Исполнение майских указов находится на особом контроле Минздрава Чувашии, в том числе и выплата заработной платы медицинским работникам. Каждый месяц проводится мониторинг. По словам временно исполняющей обязанности министра здравоохранения Светланы Ананьевой, в настоящее время все социальные обязательства по выплате и повышению заработной платы выполнены. По итогам прошлого года она возросла более чем на 4% у врачей и среднего медицинского персонала. Заработная плата младшего медицинского персонала, она увеличилась более чем на 13%. Под особым контролем у нас находится выплата заработной платы врачам первичного звена. Ну и здесь заработная плата, она достигает более 25, и есть заработная плата более 30 тысяч рублей. Заработная плата зависит не только от должностного оклада медработника, но и от стажа и мастерства. В зависимости от того, насколько они уникальные операции сегодня выполняют, безусловно, их заработная плата, она всегда была выше и достигает до 70 тысяч рублей. Конечно, таких работников у нас не так много, где-то 1,5-2% от общей численности врачей. На оплату труда учителя прежде всего влияют стаж работы, квалификация и результаты труда, соответствует целевым показателям и уровень зарплаты педагогических работников республики, считает министр образования Чувашии. По итогам 2016 года средняя месячная заработная плата педагогов среднего образования составила 20 882 рубля. Значит, педагогов дошкольных образовательных учреждений, значит, заработная плата составила 18 129 рублей. Работников научных учреждений заработная плата составила чуть больше 27 тысяч рублей. Педагоги дополнительного образования заработную плату получили в среднем 18 278 рублей. Выплата заработной платы и исполнение всех социальных обязательств находятся на особом контроле у правительства республики. Родион Архипов, Расиль Мухаметов, Республика.